Здравствуйте, вы смотрите портал AllIsMo Digital. Сегодня мы вам расскажем о видеокарте Liatek GeForce GTX 580. Видеокарта продается примерно за 16 000 рублей на 18 февраля 2011 года. Дизайн коробок Liatek изрядно примелькался, разница только в названии модели и в цвете автомобиля Lamborghini. Габариты коробки: высота 24 см, ширина 37 см, глубина 7,5 см. Внутренняя упаковка из пененного полиэтилена надежно защищает видеокарту от внешних воздействий. Комплектация видеокарты. Два переходника с 4 пин Molex'ов на 6-пиновый PCI Express версии 1.0. Переходник с 2 6-пиновых коннекторов PCI Express версии 1.0 на 1 8-пиновый коннектор PCI Express версии 2.0. Переходник с DVI на VGA для SAP. Диск с драйверами и программным обеспечением. Также в комплектацию должно входить руководство по быстрой установке, но, к сожалению, в нашем экземпляре видеокарты его не оказалось. Liatek WinFast GTX 580 – это полностью эталонная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 580. Единственное исключение – в наклейке Liatek на видеокарте. Частотная формула осталась также без изменений. Порты ввода-вывода одинаковы для всех видеокарт 500 серии. Это мини-HDMI и 2 DVI-I Dual Link. Энергоснабжение видеокарты осуществляется через коннектор PCI Express версии 2.0 и один коннектор PCI Express версии 1.0. Два коннектора SLI позволяют объединить до 3 видеокарт GTX 580. Данный ролик является первой частью обзора видеокарты Liatek GeForce GTX 580. Вторая часть обзора текста будет опубликована позднее на портале AllIsMo Digital. Следите за обновлениями портала. Спасибо за внимание. С вами был Николай Андрианов.